Привет, меня зовут Тамара Зловина, я с Украины, я философиня и арт-критикиня, и сегодня я рассказывала о истории украинского феминистического искусства. Но для этого я выбрала определенную рамку, я показывала не просто такую определенную сборку работ, которые можно так классифицировать как феминистическое искусство. Я рассказывала о украинской гендерной истории, о том, как изменялись гендерные отношения и как это можно посмотреть через работы женщин-художниц. А потом мы немного поговорили о тех основных темах, которые поднимаются в женских проектах. Так, сейчас маленькая пауза, я передохну. И мое послание к товарищкам, к феминисткам и феминистам России. Это сложный вопрос, потому что хочется пожелать что-то самое-самое важное. И, наверное, самое важное в нашем регионе — это восстание. И это то, о чем много говорят и женщины-художницы, что мы видели сегодня в их работах, о том, что нету своего тела, нету своего языка и нету свободы. А там, где нет свободы, нет развития и творчества, это то, что составляет самую главную суть нашей жизни, и, наверное, я этого и желаю. Свободы любой ценой.